Здравствуйте, друзья! День добрый! КХЛ ТВ приглашает всех вас в замечательный город Уфу. Вот здесь, на Уфа-арене, сегодня завершается традиционный предсезонный турнир Кубок Республики Башкортостан. Нам с вами предстоит посмотреть заключительную встречу, в которой сойдутся Салават Юлаев и автомобилист. От результата этого матча напрямую зависит победитель турнира. Беляев шайбу перехватил, контратаку у автомобилиста. Хрипунов. Неплохая позиция. Ну, для броска с неудобной руки. Увозит шайбу подальше гости. Сам он вынужден был эту шайбу фиксировать. Передач было много. Но обострение не сказать, чтобы Макеев и Самонов. Вот это действительно было опасно, потому что, вспоминая выход Хрипунова. За бросок клюшки малым штрафом наказан. Четыре нападающих и защитник в первой бригаде. Опасно! И ворота у нас уехали. Ну, все часто они сползают. Возможно, именно эти левые. Денежки. Там вообще прочерчивалось все. Вот эта передача. Гол. 1-0. Атака сходу получается у автомобилиста. И забивает Никита Бледнов. Данил номер сменил в межсезонье. Был 19-й, стал 71-й. Зулыгин. На резком торможении. Романцев. Бросок Кисяни. Гол. 2-0. Ну вот, давление оказали нападающие. Хафизулин. Опасно. Он пошел там за воротами обыгрывать. По-моему, Агирчук шайбу потерял. Сейчас уже четвертый. Бросок Алики. Ну, здесь все намертво. И тут же на подмогу вся четверка обступила своего вратаря. Шмелев, Хмелевский. Шмелев поехал на пятак. Гол! Забивает Салават Юлаев. Наконец реализовано большинство. Ну, в основном они атаковали через вершины. Так вот, если присмотреться. На защитника он оттуда палит. И вот дальше уже как там сработают на чужом пятачке. Свои, чужие. В этот раз все срослось. Науменков атаковал, Хафизулин атаковал. Вот сейчас Хафизулин. Рикошет. Рикошет помогает Динару Хафизулину. В Трямкина шайба попала. Варлов, Лещенко. Вот эта клюшка, которая валяется уже полчаса на льду. Лещенко на нее наступил. Упал опасный момент. Гол. Анатолий Голышев. Ай-яй-яй-яй-яй. Лещенко подхватывал шайбу на своей синей линии, набирал обороты. А вот эту вот клюшку, ну так никто со льда-то и не убрал, потому что паузы не было. И вот она пошла, и спотыкается Лещенко. Перехват автомобилиста. И вот тут такая двоечка незатейливая. Но этого достаточно, чтобы забить третью шайбу. Вот такая незадача. Причем там, по-моему, перед этим наехал на нее Матвей Гуськов. Не получается совсем розыгрыш. Но что касается розыгрыша, как раз полный порядок. Вот завершения нет. Движение хорошее, шайбу контролируют. Башкиров. Гуськов. И хороший момент. Агирчук, передача в касание. И бросок в касание от Башкирова. Самонов. Стоп-игра. За 10:09 до завершения третьего периода. Науменко. Вот и поддержку слышим. Гуськов.
Пустозеров. Вот и раньше этого было много. Все вокруг да около, все по периметру. Три человека вот в этом розыгрыше задействованы. Все сводится вот к броску с дистанции. И как там доработают? Доработали 3-2. 3-2. Затолкали. Розыгрыша много, но все зависит от того, как пуляет защитник от синей линии. Пименов забивает. Вот это касание. Там уже шайба пересекла ленточку, так что помощь Пустозерова не потребовалась. Тут Алексей на всякий случай, а вдруг... И не исключено, что еще один шанс предоставится. Вот он! Вот он! Динар Хафизулин! Где оказался? 3-3! И ведь все хорошо делал автомобилист. И я не случайно хвалил команду Заворохина, потому что слова-то практически ничего не получалось. Потом вот это удаление. И снял вратаря Козлов. И сработало. Ну и здесь, конечно, уже... Какие варианты для Салавата? Идти вперед, искать этот шанс. Лещенко. Ефремов на опережение. Ефремов затолкали. 4-3. Невероятный Салават Юлаев. Ну, красавцы. Они не опустили руки. А ведь было очень тяжело. И не так многое получалось. Но вкус кровушки Салават почувствовал сразу же после второго гола. И уже не отпустил. И никаких там откатов, и никакого успокоения после того, как счет сравняли. Они пошли забивать еще. Владислав Ефремов. Трое за лицевой. Тут никого. Ефремов. И Салават Юлаев доезжает до победы. В домашнем турнире второй год подряд. И какой получилась эта победа. Сверхдраматичная концовка матча. Салават Юлаев в буквальном смысле выиграл эту победу.